Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Обзор про еду, как обманывают людей хороших. Колбаса Дымов праздничная. Дымов это в Москве, конечно же, в этой никчемной, никому не нужной Москве. Центр зла. Всемирного зла, я думаю, даже. Вот смотрите, состав говядина. Там может быть говядине какой-нибудь третий сорт говядины. Шпик. Это жир. Ненужный вот этот хлам. Как видите, его дофига. Слишком много. Соевый белок. Это тоже в колбасе не нужно. Тем более, это цена была написана 1950, что-то такое, около 1000, то есть это дофига стоит, тут никакого белка не должно быть, это как будто со скидкой за 500, могу чек вам даже показать. Соль, сахар, специи, усилитель вкуса и аромата, это отвратная фигня, она портит только продукт, то есть вкуса нету, поэтому его добавляют. Ароматизатор натуральный, свинина. Это потому что, опять же, запаха никакого нет. Им нужно дать запах, вкус, но получается просто вонь от этого глютамата. Краситель. Ну, это слишком розовое получается, чтобы колбаса была красивая. Краситель натуральный, рис. Стартовая культура, я еще не понял, что это такое, не могу вам сказать. Все. Вот такая вот колбаса. По вкусу она, ну, такая простенькая. Такая же, как нормальная полукопченая за 300 рублей. То есть цена вот этой колбасе рублей 300. По составу. Ну, а как видите, ее пишут, что 1000, за 1000 продают. Ну, тут вот я купил за 500. Ну, вот так вот и обманывают. То есть, сколько бы вы ни работали, вы будете покупать говно, есть говно, жить в говне, потому что царь сидит сейчас, убийца и вор. Ну, и всякие подпевалы его, и народ ебучий, ватный, быдло. Всем пока.